Летом 1811 года жители Российской империи наблюдали в небе гигантскую комету. Космическая путешественница привлекала к себе всеобщее внимание. «К чему бы это?» – спрашивали люди друг друга. Почти все жители Самары предвещали какое-то общее несчастье. Как обыкновенно, всегда с самой древности пугали людей появляющиеся кометы, писал самарский городничий Иван Алексеевич Фторов. И вскоре ужасные пророчества сбылись. В ночь на 24 июня 1812 года великая армия Наполеона переправилась через Неман в районе города Ковна, современного Каунаса. Война. Что мы знаем о тех событиях? И много, и мало. Победитель Наполеона, Александр I Благословенный, не любил вспоминать о тех грозных событиях. Победу русского оружия он приказал увековечить весьма странным образом. По его приказу в Казани начали строить памятник над могилой воинов, павших в 1552 году при штурме Казанского Кремля. А по-настоящему отмечать победу над Наполеоном стали в царствование Николая I. Историки XIX века и историки века XX освещали события русской кампании 1812 года в зависимости от политической необходимости. Сегодня, спустя 200 лет после Первой Отечественной войны, мы впервые расскажем самарским зрителям интереснейшие факты из войны 1812 года и заграничных походов русской армии, в которых участвовали наши земляки. Наполеон смотрел на марширующие колонны своей великой армии. Что знал сын просвещенного века о России? Рассматривая захваченную на Березине карту из походной канцелярии начальника штаба великой армии маршала Бертье, офицеры русской армии пребывали в шоке. Сразу за Уралом начинался Китай. А как известно, от Урала до Пекина современным реактивным самолетом лететь в 3 раза больше, чем от Москвы до Парижа. Так выходит, ничего не знал великий полководец о России Великой Тартарии? И знал ли он о уездной Самаре? Мы об этом никогда не узнаем. Совершенно точно можно сказать о двух вещах. Во-первых, еще до начала кампании 1812 года во Франции была отчеканена медаль в честь покорения Волги. Во-вторых, отцы-командиры в аттестате еще 15-летнего Бонапарта написали следующее. «Честен и благороден, здоровье превосходное, всегда отличается прилежанием в математических науках, посредственно знает историю и географию». Плохое знание государства, с которым предполагалось вести боевые действия, сыграло с Наполеоном злую шутку. Пока армия 10 языков переправлялась через Неман навстречу славе и смерти, за переправой великой армии наблюдали с противоположного берега представители неведанного для Бонапарта народа – калмыков из далекого Ставрополя-Волжского. Очень скоро конница прославленного маршала Франции Мюрата столкнется с калмыцкими воинами в первых сражениях Отечественной войны 1812 года. Что мы знаем о калмыках? Калмыки поселились в низовьях Волги в первой половине 17 века, перекочевав сюда из Средней Азии. Между русской администрацией и ханами калмыцких орд с самого начала установились довольно сложные отношения. В начале 18 века между калмыцкими улусами усилились раздоры. В результате военных столкновений погибали целые кочевые кланы.
Поэтому один из калмыцких вождей Дундук-Омбо в 1736 году попросил русское правительство поселить калмыков в пределах Российской империи. Местом поселения крещенных калмыков стала территория в 100 верстах от Самары. Здесь по приказу императрицы Анны Иоанновны возвели крепость и назвали ее Ставрополь, то есть город креста. Войну ждали, хотя этот факт до сих пор является предметом споров. Но, скорее всего, правительство России к нападению Наполеона готовилось заранее. В Самарском уезде была проведена мобилизация Ставропольского калмыцкого войска в апреле 1811 года. Согласно предписанию правительственного указа Оренбургскому военному губернатору, Ставропольский полк должен был состоять из 560 человек рядовых, надлежащего числа офицеров и урядников, иметь исправное оружие. Из всех калмыцких полков, находящихся в русской армии, Ставропольский был обмундирован и вооружен гораздо лучше остальных. По устному распоряжению великого казачьего атамана Платова, для полка было изготовлено одно полковое знамя и 7 хоругвей. Оружие для ставропольских воинов изготавливали на знаменитом Тульском оружейном заводе. В конце мая 1812 года полк выступил в поход. Командиром полка был назначен 28-летний подпоручик Дмитрий Федорович Барышевский. Это была явно неудачная кандидатура. Дмитрий Федорович был тыловой командир и не имел боевого опыта. Подчиненные Барышевского не принимали его как командира и вели себя вызывающе, игнорируя приказы старшего по званию. Очень скоро отсутствие этого опыта скажется на боеспособности отряда. Пренебрежительное отношение к командиру проявилось во вполне рядовой ситуации. Калмыки остановились на постой в деревне Белый Ключ Симбирской губернии, совсем недалеко от Ставрополя. Солдаты для собственных нужд реквизировали у крестьян провиант и имущество. Ротный командир Лузанов почему-то поругался с жителями Белого Ключа. Его связали и повезли в Ставрополь. Но довести не смогли. Казаки отбили товарища. Было проведено расследование, по результатам которого Барышевского сняли с должности. Это на первый взгляд кажется, что командовать легко и просто. Командирская наука требует весьма обширных знаний. Вскоре отсутствие командира во главе калмыцкого отряда обернулось первой кровью. В районе Серпухова калмыки понесли первые небоевые потери. Калмыцкий урядник Герасим Аркидоносов с двумя казаками поехал в Серпухов за покупками. По дороге к ним привязался какой-то дьячок и начал оскорблять калмыков. Урядник терпел, потом, не выдержав, ударил дьячка по спине плетью. Тот увернулся и кинул в голову урядника Аркидоносова камень. Калмык погиб на месте. По всем правилам было проведено дознание. Выяснилось, что калмык был трезв, а значит, невиновен. Судьба дьячка неизвестна. После этих случаев на должность командира был назначен Павел Иванович Диомидия. Грек по национальности, солдат суворовской школы, был весьма образованным человеком. О нем писали. Российской грамоте и другим языкам, географии, арифметике, фортификации, тактике и истории обучен, рисовать умеет. В конце апреля 1812 года полк прибыл в Вильно и в начале мая приступил к пограничной службе на реке Неман. Из первых дней полк участвует в боях с наполеоновскими солдатами в составе армии Багратиона.
Первый бой ставропольчане провели в Гродно. Русская армия отступала, а задача калмыков состояла в атаках на тылы противника. Калмыцкий полк включен в состав летучего отряда Платова. Полк в июне сражался без отдыха. Летучие отряды действовали так. Врезались в неприятельские операционные линии, пресекали сообщения, как бы заграждая нашу армию, обманывали врагов насчет наших действий. Если бросить регулярную конницу на линейные пехотные или кавалерийские французские полки, то от этой регулярной конницы не останется ничего. Легкое воспоминание. 2 июля ставропольчане выдержали упорный бой у деревни Романово, где уничтожили два лучших полка неприятельской кавалерии. 3 июля у деревни Вороново калмыки вырубили 30 французов, а 12 взяли в плен. Под местечком Мир французские кавалеристы попали на классическую казачью уловку. Один из казацких отрядов, отступая, заманил неприятеля в засаду. В результате супостат потерял несколько сотен человек убитыми. За бой под Миром ставропольчане были награждены георгиевскими крестами. Технология использования этих подразделений всегда была введение лавы регулярных всадников в прорыв. То есть скрывалась линия обороны, они туда запускались и совершали глубокие рейды. В июле 1812 года калмыков направили контролировать Витебскую дорогу. При этом полк Диомидия ворвался в город Велиш и, как тогда написали в донесении, привел неприятеля в расстройство. На протяжении всего 1812 года Ставропольский калмыцкий полк решал важные боевые задачи. Во время Бородинского сражения ставропольчане стояли в резерве. Да коли ж моим казачкам без дела стоять? Дозвольте атаковать французов, ваша светлость. Надобность придет, не дозволю, а прикажу. После отступления французской армии из Москвы калмыки по пятам преследовали неприятеля, доставляя ему массу неприятных моментов. Ну-с, дадим Наполеону второе Бородино! В 1813 году русская армия перешла границы империи. Началось освобождение Европы. Здесь калмыцкая конница проявила себя самым лучшим образом. Когда русские войска вошли в Париж, томные парижанки падали в обморок при виде всадников в синих мундирах с адскими, по мнению утонченных европейцев, лицами. Французские солдаты, дабы не иметь дела с дикими ордами, предпочитали сдаваться. Есть версия, согласно которой название ресторанов быстрого питания «Бистро» произошло от того, что русские казаки требовали от обслуживающего персонала таверен быстрого исполнения заказов. Ну, с вооруженным казаком трудно поспорить. Впоследствии участник штурма Парижа Федор Глинка облег военные воспоминания в стихотворную форму. «Я видел, как коня степного на сену пить водил калмык, и в тюлери у часового блистал на солнце русский штык». 600 калмыков воевали против наполеоновской Франции. В Ставрополь вернулось менее половины бойцов. К сожалению, мало кто из жителей Самары знает о том, что против наполеоновских войск храбро сражались бойцы 31-го Алексеевского полка. Полк был сформирован 11 ноября 1731 года из стрельцов, пушкарей и пленных поляков. Размещался в Алексеевской крепости. Ныне это поселок Алексеевка. Алексеевцы участвовали в штурме Очакова, Измаила.
В русской армии наших земляков называли «бобры», так как на полковом знамени Алексеевского полка был изображен в голубом поле бобр, лежащий на зеленой земле подле воды. Это обычный пехотный полк, в котором было большое количество жителей данной местности. И, естественно, что солдаты этого подразделения, в отличие от ополченцев, сразу оказались в зоне боевых действий. Тот же, допустим, Алексеев-Польский полк, который был от Симбирской губернии, который, в общем-то, связан, по сути дела, с Самарой, там, в сражении при Бородино, если я правильно помню, полк потерял сразу же, в первой же битве, порядка 3/4 состава. Во втором сражении 18 офицеров за один бой, ну и так далее. То есть потери были чудовищные. Трудно сказать, сколько самарцев воевало против Наполеона. К сожалению, имена большинства из них до сих пор неизвестны. Но есть информация, что сотни наших земляков воевало в составе Симбирского полка из знаменитой 27-й дивизии генерала Дмитрия Петровича Неверовского. Неверовский Дмитрий Петрович, российский генерал-лейтенант, участник войн с Турцией и Польшей. Во время войны 1812 года под его командованием находилась 27-я пехотная дивизия. В 1813 году был смертельно ранен во время сражения под Лейпцигом. В 1912 году прах Неверовского перевезли в Россию и похоронили на Бородинском поле. И слава Богу, история сохранила для нас имя и фамилию одного самарца, служившего под началом Неверовского. Это сын обедневшего самарского дворянина Василий Гаврилович Пяткин. Василий Пяткин начал служить в 15 лет, а в Отечественную войну вступил уже опытным бойцом в чине майора. Василий Гаврилович Пяткин отличился в сражении под Салтановкой, Смоленском, Бородино, Малоярославцем. Уже на территории Европы Пяткин в битве народов под Лейпцигом был ранен в ногу. Позже за храбрость произвели в подполковники. В августе 1814 года Василий Пяткин приехал в Самару из Парижа после 16-летнего отсутствия в чине подполковника гвардии. Пяткин по отцу был двоюродным братом Ивану Алексеевичу Второму, который с 1812 года исполнял обязанности самарского городничего. Между Второвым и Пяткиным установились теплые отношения, сохранившиеся долгие годы. По манифесту Александра I от 6 июля 1812 года на время войны начали создаваться воинские формирования из ополченцев. Они предназначались для замены регулярных войск во внутренних районах и их подкрепления в случае вторжения наполеоновской армии вглубь страны. Народное ополчение стало одним из источников пополнения регулярной армии, так как при рекрутском наборе в стране не было обученного резерва. Рекрутская повинность – способ комплектования вооруженных сил России до 1874 года. Рекрутская повинность была введена в России Петром I в 1699 году перед войной со шведами. Повинность носила общинный характер, то есть рекруты выбирались общиной. Призывной возраст был достаточно неопределенным – 20, 25, 30 лет. В
1793 году вместо пожизненного срока был установлен срок службы в 25 лет. И этот срок сохранял свою силу вплоть до середины 19 века. 18 июля император подписал манифест об организации округов ополчения в 16 губерниях Центральной России и в Поволжье. На территории Поволжья был образован третий округ в составе Нижегородской, Симбирской, Казанской, Костромской, Пензенской и Вятской губерний. Начальником округа был назначен командующий резервными войсками в Приволжских губерниях генерал-лейтенант Петр Александрович Толстой. Простой народ манифест о создании ополчения встретил с большим воодушевлением. Тысячи крестьян готовы были записаться в его ряды. Одна только Симбирская губерния выставила в ополчение 9309 человек. Те, кто прошел армейскую школу жизни, конечно, помнят призывную медицинскую комиссию. А как проходили ее в начале 19 века? Да приблизительно так же, как и сейчас. С той лишь разницей, что сейчас действует всеобщая воинская обязанность. А до военной реформы 1874 года в армию в России принимали по рекрутскому набору. От 100 крепостных в военную пору забревались 10 человек. Однако помним, что время было крепостное. Помещики даже в военную пору не особо желали отдавать работников проливать кровь за отечество. Посему самарские дворяне отдавали в ратники по 3 человека со 100 душ. И, как правило, не самых сильных и работящих. На прибывших ратников заводились специальные формулярные списки, в которых отмечались все основные параметры будущего воина – рост, цвет волос, глаз. До военной реформы в формулярных списках национальность не указывалась, зато писалось вероисповедание. Читаем формулярный список. Имя, отчество, прозвание, то есть прозвище. У подлого сословия фамилии не было, только прозвище. И вот эти бывшие крестьяне, неграмотные, без знаний каких-либо ремесел, шли воевать с врагом, умелым и безжалостным. Как были вооружены ратники? Очень и очень просто. Холодное оружие, пики, топоры, сабли. Одежда ополченцев состояла из суконного кафтана, шаровар, рубахи, сапог и фуражки с медным крестом. 8 ноября 1812 года ополчение выступило в поход. К нему присоединились 16 полков башкирской конницы, которые шли из Оренбурга. В мае 1813 года ополченцы получили в городе Ковна 15 тысяч французских ружей и после военной подготовки были включены в состав армии Лобанова-Ростовцева. Волжане участвовали в ликвидации французских гарнизонов в Дрездене, Магдебурге, Гамбурге. Ратники первыми 5 сентября 1813 года форсируют Одер и вступают в бой. Хуже обученные и плохо вооруженные, они сражались на равных с французскими регулярными частями, компенсируя недостатки мужеством и стойкостью. Этот бой был первым в боевом пути волжан. Вас люблю так, как любить вас должно. Наперекор судьбы сплетни городских, наперекор, быть может, вас самих, томящих жизнь мою жестоко и безбожно. В середине 19 века Николай Васильевич Шелгунов писал своей жене об одной самарской паре. Он – ветеран Хивинского похода. Она – преданная жена, которая ждала своего супруга из плена. Высшим счастьем для обоих было проводить вечера вместе, держась за руки.
К сожалению, история не донесла до нас имен самарских женщин, которые преданно ждали своих суженых с войны. Но они были. И любовь этих женщин была такой же крепкой, как любовь Маргариты Михайловны Тучковой. По традиции того времени жены высшего состава офицерского имели право присутствовать в боевых походах вместе с мужьями. Но далеко не все женщины воспользовались этим правом. А вот Маргарита не смогла помахать чепчику мужу и пролить слезы на крыльце. Одев мундир денщика, она отправляется вместе с ним. Она предчувствовала его гибель и, узнав о том, что он погибает на Бородинском поле, принимает решение построить храм-памятник. Впоследствии она становится настоятельницей Спасо-Бородинского монастыря. На этом месте основывается женский монастырь, где она инициатор неусыпаемой памяти погибших. При ее участии совершаются панихиды на поле боя и постоянная молитва. Впоследствии в список поминаемых воинов были включены и воины Великой Отечественной войны. Боевые события так развернулись, что в быстром темпе гнали Наполеона, и только после того, как он ушел за пределы Москвы, появилась возможность посетить. И вот когда она туда пришла, это была невообразимая совершенно картина, когда полуистлевшие трупы в совершенно невероятных позах, обглоданные волками, склеванные птицами и ограбленные мародерами. И вот она на протяжении нескольких суток метр за метром проходила, поднимая своими руками полуистлевшие вот эти, не замечая смрадный запах, вглядываясь в черты этих лиц и ища любимые родные. Но не нашла, и по преданию лишь правая рука со знакомым перстнем была ею обнаружена, где она и захоронила на предполагаемом месте гибели. Знаменитый бородинский хлеб известен каждому. Существует красивая, но пока не подтвержденная легенда, согласно которой впервые бородинский хлеб испекли монахини женского монастыря на месте бородинского сражения. Что же входило в состав настоящего бородинского хлеба? Мука, солод, сахар, тмин, кориандр, поминальная молитва, слезы и верность до гроба. Один из главных символов войны 1812 года – толпы оборванных и голодных солдат наполеоновской армии. Шаромыжники – так называли их русские крестьяне. Почему шаромыжник? Шарами, любимый друг, обращались голодные солдаты к крестьянам в надежде получить приют и пропитание. Казаки делали на пленных неплохой бизнес, продавая пленных солдат крестьянам и помещикам за рубль. Хорошая корова тогда стоила 50 копеек. Adorable. Non, mais c'est un devenir folle. On dirait que le monde entier a perdu la tête. Кстати, чтобы сделать успешную карьеру, дворянин обязан был блестяще знать французский язык. В те годы русским языком дворяне овладевали гораздо позже, чем французским. Пушкин вспоминал: «Я знал толпу князей, которые не могли написать на русском языке и двух строк, но зато умели красноречиво говорить по-русски непечатные слова». Нанимались репетиторы, французы. Часто за сумасшедшие по тем временам деньги – 1200 рублей в год. Но это в столице. А в провинции дворянство говорило на смеси французского с нижегородским. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Наполеон напал на Россию. И вот учителя французского, волею судеб, сами ломятся в теплые усадьбы,
готовы учить чему угодно за еду и ночлег. К 1 января 1813 года количество французских пленных составляло более 216 тысяч человек. По тем временам население одной из столиц – Москвы или Санкт-Петербурга. И это, кстати, являлось большой проблемой для Российской империи. Самара стала одним из пунктов пересылки и размещения пленных французов. Первая партия пленных французов прошла через Самару в сентябре 1812 года. Раненых и больных везли на подводах. Тех, кто шел самостоятельно, гнали, как свиней, палками. Городничий Фторов вспоминал. Тогда все состояния озлоблены были до неистовства против врагов нашего Отечества. Вместо квартир запирали их кучами в пустых сараях и амбарах. Равнодушно нельзя было смотреть на несчастные жертвы властолюбия Наполеона. Фторов наблюдал переправу пленных через Волгу. Бывших солдат Великой армии гнали к воде палками, как скот. Шаромыжники в одних мундирах тряслись от холода. Партию пленных сопровождала группа ратников во главе с полковником Языковым. Фторов пытался пристыдить Языкова, но на того философия самарского городничего не произвела ни малейшего впечатления. Когда сюда прибыли военнопленные французы, все тяготы по их размещению, по управлению их пребыванием здесь тоже легли на плечи Ивана Алексеевича Фторова. Фторов очень заботился о французах, ибо, стремясь к дворянскому сословию, он много сил потратил на то, чтобы получить орден Владимира IV степени и стать дворянином, после этого потомственным. Вот. Он, естественно, знал французский очень хорошо. Если я правильно помню, он вообще с 6 лет преподавал русский язык. Уникальная вообще ситуация в России. И когда французов сюда привезли, их было несколько десятков, он всячески пытался наладить их отношения с местным населением. Их не любили, обзывали постоянно, кидали в них комьями грязи. Он издавал разные запретительные акты по этому поводу. Ругался даже со своими солдатами, которые не подчинялись ему в этом вопросе. То есть пока Фторов рядом, они вели себя смирно. Как только Фторова рядом не было, они продолжали оскорблять французов. В субботу на Масленице я испытал неудовольствие во время удержания здешних глупых жителей от ссоры с пленными французами, которым не только ребята, но и взрослые не дают прохода, дразня их как собак, вспоминал Фторов. Французы пробыли у нас здесь в районе около года, покинули страну уже после завершения всей кампании. Но двое осталось жить здесь. Вот. И с французами, таким образом, Самара познакомилась не понаслышке, а воочию. В июне 1814 года все французы были переправлены в Белосток. Предполагалось сформировать из них части для войны с Наполеоном. Но многие из бывших солдат Великой армии предпочли остаться в России. Сегодня история 200-летней давности приходит к новому поколению через множество источников, и один из них – музейные экспозиции. Поколения сменяют друг друга, но подвиг наших предков в войне 1812 года сохраняет память русского народа. Как сказал Майкл Рабигер, тому, кто забывает историю, суждено ее повторить. Победа совершенная! И Россия не забудет вас! Вам слава вовеки!